Так, сегодня я хочу показать вам шестерку перебор пальцами. Сначала мы хочу показать, как зафиксировать правую руку. Вот обечайка, верхняя дека. Вы вот ложите вот так руку. Вот происходит как бы вот здесь верхняя фиксация. И руку располагаете над розеткой. Вот ладонь. Три пальца ставите на три нижние струны. Каждый палец будет отвечать за свою струну. Указательный за третью струну. Средний за вторую, безымянный за первую. А большой палец будет отвечать за три верхние струны. И вот теперь мы будем играть, вот я будем играть большим пальцем пятую струну, а потом четвертую. И вот получается так, теперь руки вот так раз от струны отодвигаете чуть-чуть, и вот они как бы находятся над струнами. Каждый палец над своей струной. Теперь делайте большим пальцем пятая струна вниз. Раз. Потом указательным третью струну. Два. Средний вторую струну. Три. Безымянным первую струну 4, опять средним вторую струну 5, и указательным третью струну 6. Вот и получается перебор шестерка. Вот смотрите. Большим пальцем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потом большим четвертую струну чередуете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь к этому перебору добавим вот эти два аккорда. Они самые такие, ну, их самые нетрудные. Это ля минор и до мажор. Вот. Делаем вот так, зажимаем ля минор и делаем перебор на один аккорд, два перебора, то есть перебор вот так, раз, потом четвертый и второй аккорд ставим, опять большим пальцем пятую струну, потом четвертую. И опять меняем аккорд на ля минор. И получается вот так. Вот так получается. То есть получается, вот пальцы держите, вот руку вот так полусогнутую держите над розеткой. Большой палец отвечает за верхние три струны, а вот эти три пальца за каждые свои нижние три струны. Указательный палец за третью струну, средний за вторую струну, а безымянный за первую струну.